Привет, друзья! С вами Турбан Марик. Всем привет! И мы продолжаем прохождение Человека-паука. Нового Человека-паука. Это какая? Десятая серия, да? Десятая глава, десятая серия, да. Получается так. Поехали. Посмотрим, кто по мне скучал, пока меня убивали. Количество больных 1 537 000. Нормально. Ну, то есть это ненормально. Да. Жесть, что творится. Там опасно. Осторожнее. Вида, как я рад слышать твой голос. Нам нужно уйти в подполье, чтобы продолжить работу. Похоже, туннели безопаснее улиц. Во всяком случае, пока. Я в своей старой лаборатории налаживаю работу. Встретимся там. Так, нам нужно в старую лабораторию. Доберись до подпольной лаборатории Коннорса. А как? Понял. Я летать-то и не могу. Ну, ты знаешь, куда бежать. Даже я ползти не могу, я ж не паук такой. А там люди. Перепрыгнуть я не могу. Может быть, по туннелю? Ну, сейчас вон туда, туннелю. Направо. А, я не могу туда залезть. Направо. Там тоже. Нет. Там ну, тоже. По крайней мере, по карте показано направо. Надо найти. А вот автомобиль, там. Наверное, здесь, да. А! Ой-ой. Ну, творится жесть, конечно. Да. На вертолете, что ли, следит за ним? Питер, это Стэн. Из банка звонили, моей карточкой пользуются. Кто-то купил мешок лабораторного оборудования. Оборудование? Я надеюсь, что это не ты, Паркер, но чувствую, что зря. Ты живешь в сказке, мальчик, и пора тебе возвращаться в реальность. Что я скажу твоей тете Мэй? Перезвони. Если он из-за карты разозлился, то от квартиры его удар хватит. Ну, все бабосики забрали, конечно, да? А ты знаешь, кто он такой? Пап. Что? Знаешь, кто такой этот Стэн? Нет. Создатель Marvel. А, да, даже так. Ну и что ты, а куда ты пошел-то? Знать бы куда, я вроде бы пришел, а вроде и нет. Ну, вниз надо, вон же вход. А-а-а. Понял. И куда? Теперь. А, все, пришел. В старой лаборатории ящера Коннорс пытается воссоздать вакцину, прежде чем Смайт выпустит в город армию роботов. Такова моя судьба. Ведь вам нам придется без способностей. Ну, убиться. Да. По-видимому, будет без способностей. Помчали. Так, это добрый робот, типа, нет? Ну, не знаю. Или что это за робот? Гвен! Питер, слава богу, ты жив.
Ты не отвечал на мои сообщения, я не знала, что делать, и вот пришла. Я ненавижу это место, я ненавижу Коннорса, но я хочу верить тебе. Что случилось? Опять повздорили с одним могучим психом, готовым разрушить мир, ну, знаешь, как это бывает. Я потерял свою суперсилу. Что? Как? Смайт вколол мне наноботы. Такой механический вирус. Я слабею, Гвен. Я чувствую. Дело не только в суперсиле, но... Где Коннорс? Я посмотрела. Здесь никого. Вы знаете об этой лаборатории не все, мисс Стейси. Коннорс, вы в порядке? Мы можем сделать вакцину. Она готова. Роботы Смайта разрушают город. Готово. Но мы не остановим их без паука. А Пит не в состоянии куда-то идти. Хотя сам он в этом никогда не признается. Буду танцевать через минуту. Если все умрут, вакцина им не поможет. Значит, это все? После всего, что было, такой конец? Я поклялся к этому не прикасаться. Но... Господи, помоги. Что вы... Что это? Если я смогу вернуться, пока меня не захватят целиком, есть шанс. Нет! Скажите, что я ошибаюсь, Коннор! Скажите, что не станете превращаться в ящера! Я не смогу пережить этот ужас еще раз! Сколько людей умрет, если я этого не сделаю? Мой отец умер, ты ублюдок! Ты все заранее спланировал! Прекрати, Гвен! Какой у нас выбор? Пока Питер в таком состоянии, ящер единственный, у кого хватит сил остановить Смайта. Ты не супергерой! Ты чудовище! Я не чудовище. И не супергерой. Я ученый. Послушай меня. Короткий момент перед тем, как ящер завладеет моим мозгом. В это время власть у меня. Ящер сможет победить роботов. И я клянусь, что вернусь прежде, чем он захватит меня. Это наша последняя надежда. Все, пошла жара. Подал бы лучше Пита. Хорошо, что я нашла эту штуку. Слушай, это я тут должен заниматься спасением жизни. Коннорс, где Коннорс? Он теперь ящер. Нас еще не раздавил гигантский робот. Значит, он на нашей стороне. Пока что. Ему нужно помочь. Мне надо туда. Тебе надо тихо лежать. Ни за что на свете. Мне лучше, чем было, когда я пришел. Почему-то. Наноботы на него теперь работают, наверное, опять. Тоже. Я костюмчик переодену. Думаешь, да. Стоит? Не... А, он тоже рваный. А почему он рваный такой? Не знаю. Что делать? Улучшение сделаю-ка. Хватает? Ох, у нас 1200 очей. Это тоже ладно, 1200 это много. Жучки. Увеличивается сила сигнала жучков. Появляется возможность подключиться к частоте психиатрической лечебницы Белого. Не, не нужна. Или Белого. Ладно, чувак. Раз ты... Что? Все, больше ничего не можешь. Все закрыто. Жалко. Ну, костюмчик я, пожалуй, лучше оставлю. Ну что, мы будем выходить куда-то, да? Да. Я хоть туда пошел. В город.
Пусть у Человека-паука нет суперсилы, но он все еще супергерой. Он обязан помочь Коннорсу, точнее ящеру, победить Смайта. Поехали. Без своей паутины мне туда никак не добраться. Тебя подкинул Человек-паук. О, вот и помощь. Отлично. Как она его вычислила? Где он, что он? Я кое-что поняла, когда тебя озарило. Это прозвучит дико, но... Если роботы ударят тебя достаточно сильным разрядом, это может уничтожить наноботы. Ты серьезно? Тебе нужна суперсила? Тогда давай. Ау, порви его на тряпки. Это будет непросто. О! Я утратил суперсилу. Нам надо, в общем, чтобы нас током ударил робот, да? И тогда... Человек-паук, ты почему не умираешь? Убить! Что-то значит пошло у тебя не по плану. Я хочу помочь. Не стоит. Я сегодня уже умирал. Одного раза хватит. Прячься. Так, ну нам теперь нужен ток. Ток. Цепляемся за ток. Хватаем ток. Прям руками. Давай! Питер, давай! Все, все, сейчас наноботики умрут. Система не отвечает. Вот черт! Все, я все. Все, сделал дело. Вы меня не остановите, я спасу город. От чего? От себя же! От себя! О, опять со способностями, паучок. Это мне нравится. И тебя тоже. Куда бы тебя запульнуть-то? Помогай, помогай! Энергетические баллоны вырвал. Ты что, не понимаешь, я пытаюсь спасти их! Спасти! Вообще дурень. Угу. Я бы сам справился. Справился бы ты. Дверь открыть не мог. Справился. Вырывай, вырывай вторую, Марь, флажку. А, еще, а, понял, понял. Даже дверь открыть не можешь, справился бы он. Так, надо кого... А, боты. Роботов вали сначала. О, давай. Ну, давай. Давай, молодцы. Ну что? Я сделаю это сам. Я мутирую, Питер. Вот как с ним быть теперь? На этот раз не улетаем. Ай. Мощный, блин. Систему пойми. Пойми систему, как он жжет, что, куда. И когда его кошмарить можно. Он без... Что он, его можно... Нет, нельзя, понял. А вот, теперь можно. Нормально.
Одной пухой меньше. А-а-а! Чё смеёшься? Вообще очумел. Всё, он уже не в адеквате. Оторвал еще одну лишнюю. Да, все-таки. Да. Тебе конец. Кому еще конец? Ай-яй-яй-яй. Ой-ой-ой. Отлично. Ну как, нравится? Прочь дороги, мне не до вас. Иди сюда. Остановись, ты, Смайт. О, а он мутировал же все. Похоже, у тебя новый друг. Да. Его вырубить надо как-то. Уходи, паук! Я покойник! Нет, Алистер! Опять он спасает злодея. Ну, окей. Нет, я не спасу город без роботов. Оглянись! Вот так ты спасаешь город! Я должен вести нас в светлое завтра! Забудь про завтра. Не факт, что оно у тебя есть. Господи, что я наделал? Только опомнился. Наконец-то очухался, ага. Ох, ты мазафакин. Блин, это босс, что ли? Как же нам его теперь запеленать-то? Обратно. Алистер Смайт повержен. Человек-паук обещал вернуть Коннорса в лечебницу, но у ящера на этот счет другие планы. Поехали. Гвен, послушай. Ура! Я дала охотнику новую программу. Он доставит вакцину в каждую больницу города. Еще пара штрихов, и все заработает. Звучит хорошо, только давай про штрихи пока забудем. Коннорс стопроцентный ящер, и он идет к тебе. Еще бы! А ты чего ждал, Питер? Я пошел. Куда? Куда ты пошел, Питер? Пара-то понятненько все. Блин, а как же нам его теперь нейтрализовать так, чтобы не убить? Паучок знает все, как это делать. Он же с этим справился уже, разок. Справился еще. Ой. Что у нас тут? Чувствую себя мальчиком, которого не зовут в игру. Сначала лучше гибридов собрать. Потом уже. Отлично. Тогда по зуботычи не нарыло. Мутирующие дерутся с роботами. Чего? Ну, мутирующие дерутся с роботами. Человек-паук. И те не особо. В принципе, их можно проходить. Я не думаю, что тебе обязательно с ними биться. С этими конкретно. Думаешь? Ну, наверное, да. Я думаю, нас лучше победить, а то они мне не дадут ничего сделать. О. Вон сверху дыра была. Выход, по-моему. Давай их сразу заберем, отлично. Надо было оставить тебе дырки, чтобы в ладушки играть. Ты ж ёлки-палки. Давай, и пошел. Ой, сначала... А вон ты можешь шкаф взять, например, этот холодильник. Давай, сейчас шкаф возьму. Ящик. Холодильник вроде как.
всю осаду все минус. Вот меньше проблем. Отлично, то ты откуда тут? Сейчас с собой так разберемся, ладно. Все. Замотали. Ну, куда? Ты думаешь? Ну да. Почему-то мне кажется, что нет. Да? Мне кажется, наверх. Вот-вот, да вот, ты видел? Видел? Сверху. Вот, выход. Не выход это. Ну это выход. На улицу как бы не надо. А, окей. Это, наверное, потом надо будет что-то с ним сделать. Там на огонь упал. Ну и куда? Ну, возможно, вот сюда, вот. И автобус, нет. Проверяй. Или вон туда проход, вон там. Да, вот-вот, дальше. Но они бедного робота там бьют. Чё, может, проходить будем? А чё, мы всех будем их кошмарить? Простите, я забыл Амелу. Ой. Ой-ой. Ай, а откуда? А, оттуда ещё плеваки, а? На! Давай, ну уже, паучок, давай, молодец. Один готов, второй готов. А там? Вы все мертвы? Ну да, ну дальше иди, дальше. Куда можно было там? Понятно. Все-таки, я думаю, нам туда надо. Или нет? Нет, не сюда. Что ж надо? Куда мы пришли? Ой. Нет, там... Ну что? Здесь не были вроде, да? Не, ну тут я вот убил. Вот. Не, ну дальше иди, иди. Там, где не было еще. А, опа, опа, опа. Открылось туда! Бегаем! Меня закрыли еще! Ничего, ничего. Я вам не мешаю. Ну этого тоже сейчас быстро. О, все он. Ах, нет. Все, теперь положим туда. Почему мы опять поверху-то не пошли? В тот раз же быстро добрались поверху, да и все. Когда так в тот раз? Заждалась, Гвен, тебя, да. В тот раз это когда? Ну вот, когда мы в лабораторию, он же сейчас в лабораторию, Гвен идет. Ой, это кто? Ее стихи, а не моя. Кто это? Ну давай повернуть, там надо что-то. Там плавал кто-то. Перекроем сейчас воду, да, я так понимаю. А кто это там? Так, и что? Так, теперь что надо? Павучок, как-то разбить, возможно, надо. Ой. Куда ж ты? Разбить, говоришь? Ну, показано вон туда же им прыгнуть. Так. Дальше никуда, да? Дальше нет. Интересно. Так, может, сверху что есть опять? О, комикс. Что? Комикс. Комикс? Да. Так, смотри вверх, вверх, а ду-ду-ду. Ду-ду-ду-ду-ду. Бу-бу. Может, опять все легко открывается? Подожди, как нам туда попасть? Может быть, нам туда и не надо? Стой, а эта труба, она откуда идет, вот эта труба? Может, нам надо выйти она и зайти идет. Из комнаты выйти? Из этой. Как мы сюда пробрались? Выход, закрыто все. А как мы пробрались сюда? Вот, закрыли. Наш. Да, и та вторая тоже. Ну еще раз повернуть нельзя. Нет, повернуть нельзя, это понятно. Что-то возможно сделать надо вот с этими. Вот, а вот стоят вот бачки этим. Нет, ими нельзя. Нет, ничего. Они бы как-нибудь светились. Труба сверху еще. Обстановку обведуем. А снизу решетки посмотри. Сейчас на нее нажать нельзя.
Там... Может, там проходик есть? А, ну вот он же, вот маленькая щель, да? Да. Купец. Нет, не идет туда? Кто-то не хочет. Никак? Давай. Да нет, значит, никак, раз не хочет. Боится? Никак, значит. По-видимому, никак. Ну, никак. Да. Ёк-макарёк. Не, ну, наверное, есть какая-то, не знаю. Кто-нибудь тут есть. С этого места, где тебе показывается, да, наверное, куда-то... Ты решёточки не проверил вот эти, Марь. Какие? Ну, вот, которыми бегаешь. Вот которыми бегаешь, вот. Может, здесь что-то, проход есть? Пройди. Тоже нет. Попытайся что-то поделать паутиной. А вот смотри, робот, ну-ка, может, им разбить можно? Нет? Не. Вот сейчас мы тупим, а на самом деле выход где-то вот очевидно. Ну, выхода-то не видно. О! Опа, ты прошел, пролетел вроде туда сейчас, да, на паутине-то? Вот, нормально. Ну, не сразу догадался бы, да? Ну, там показано, конечно, место, где он должен быть, но... Лезть в эту воду — большая ошибка. Ну, ты не лезь в воду. Он нам намекнул, так сказать. Да. Питер, все плохо. Они повсюду. Мы долго не протянем. Не понимаю, что ты хочешь сказать, но суть уловил. Я уже почти на месте. Нужно добраться до Гвен. Доберешься. Вот, Марёчек. И вентиль поверни, возможно. Там показано, потому что... А никак. Но только тебе... Вот, быстро. Давай. Надо быстро только. Ой, нас сейчас разрубят. Нормально. Так, открылся какой-то... Да жизнь перед глазами полетела. Вот, верхняя, смотри, открыто. Мне нужно откачать воду. Поднимайся наверх. Смотри, ты сможешь, подожди, ты вот этот вот зеленая, видишь, открылась, ты сможешь ее натянуть паутинкой, да? Нет? Нет, просто лампочка, сколько открылась. Так, значит, нам надо как-то пустить просто воду сюда. Да, я так понимаю? На. Вот. А, мы тут были. Теряем время. Я понял, так, паучок. Туда ты не пройдешь, правильно? Там, ну, надо было проверить, конечно. Нам надо опять, наверное, вентиль тот, который мы крутили, еще раз прокрутить. Туда, где были, наверное, вернуться, возможно. А нельзя, там уж не крутится. А вот вентиль-то, вот вентиль. Вижу, сейчас. Нет, поднимись, вижу. Наверное, ну или успеешь подняться. Время уходит. Ищем. Вот. Да снизу, он снизу. Куда ты побежала? Там. Вентиль, Марь, вот вентиль у тебя, вот он, вентиль был там, вот вентиль там. Нету там вентиля. Ну как нет-то? Я ж видел. Показывай. Ну так ты носишься вокруг, ты его как будто не замечаешь. Вот он, вентиль, вот он. Ах, вот да. Давай. Значит, надо туда. Давай. Молодец. Вот, ловко. Теперь надо теперь вверх тебе. Наверное. А, еще один надо. Еще один надо. Возможно, он там, да, кстати. О, кто? Рептилия плавает? Я знаю. Да? Ты не заметил его? Не, я сначала не видел его. Стихия, а не моя. Нет, сначала я его не он заметил. Он же это говорил уже. Ну, он говорил, но я сам... Вон там вентиль еще один, да. Да, видно. Надо бы сейчас уничтожить. Вот. Надо туда сразу быстро подбираться. Давай. Паучок, ну не тупи. Сейчас не разрубило бы нас. Мы теряем время. Давай. Вот, давай. Давай, ну, не хочет. Что ты не взаимодействуешь-то, ёлы-палы. Ай, он не хочет, я правда видел. Ну, он же мигает, значит, должен работать. Ну, да. Либо надо ракурс подобрать. А вот здесь? А вот еще, Марь. Где? А, так это и этот и есть, ёлы-палы. Просто с другого ракурса. Давай, ну попади, попробуй, нормально просто, да.
Мне кажется, это он. Ой, да ёлки! Соберись, реально, а соберись. Ну, блин, никак? Если он не хочет не стрелять по этому. То есть, типа, он не хочет открывать её. А прыжок не можешь сделать? Ну, прыжок, какой смысл? Я тогда в эту кислоту вступлю. Может, это не тот? Да нет, это тот. Может, с другой стороны? Да нет. Быстро делай сразу туда. Он... Ну, я ничего не могу поделать. Ай! Ты можешь закрепиться? О, вот! Место есть. Вот. Отлично. Все, отлично. Только надо, наверное, выбираться будет моментально отсюда сейчас. А, мы здесь пройти можем. Окей. Выбирайся. Давай, Гвен, мы идем. Давай, Марька, камон. Да что ты опускаешься-то? Не опускайся, поднимайся. Вот. Так. Это да, конечно. Правильно. Мама дорогая, мазафака. Какие глаза у него страшные. Я тебя видел. Найди гибрида пиранью. Да, надо слить воду, Марь, да. Бью его, бью. Давай, тебе еще надо один, еще один, наверное, слить. А, нет, воды нет, все. Уходим. А она что же ты боишься? Не может, опять добавилась вода, тебе опять надо. Надо опять воду спустить. А где вентиль-то? Никакой не хочет нажиматься. Вот он вентиль. Вот, отлично. Все, пока воды нет, ты можешь его кошмарить. Нормально. Не, красный костюм поприкольней. Не, ну да. Ну, все-таки выбрал я это. Такой поярче. Давай, смотри, какой вентиль. Никакой не хочет. Вот он, а вот. Вода, давай. Нифига, как ты увернулся, неплохо. Че, не успел? Не успел, да? Он напал на тебя. Марь, ну вон же. А, это все, понял. Ребята, что такое происходит? Да, Марь, прыгай на стену, можешь? И цепляйся за вентиль. Ой, давай, уклоняйся. Так, отлично. Ух ты. Все, отлично. Так, глуши их. Давай. Питер. Ах ты, огонь какие. Как много, Марь, вода прибавляется. А ёлки. Они же мне не дадут просто вентиль открыть физически. Нормально, сможешь. А может два надо, нет? Два не надо? Два мы и не можем. Да нет, раз комбо идет, значит все нормалды. А ты не думаешь, что сначала мелких надо этих вальнуть? Я думаю. Что за магия такая? Он взмахнул руками и появилось еще сразу несколько... гибридов этих. Ну это ж пираньи. Как пираньи. Это как они? Магия. Рептилии и пираньи? Пираньи. Вот это да. Давай. А ёлки. Успел, да? Успел? Успел. Не, ну нафиг, я отхожу. Ага, так, я не могу зацепиться. Ну чуть-чуть-то подлечиться можешь? Правильно? Ой-ой-ой. Что-то на них не действует. Отстань. Вообще. Давай, круши. Так, отлично, воду. Воду, нормально. Вода. Ну, я не скажу, что он сложный, он такой далёгенький. Но это мини-босс такой. Мини-босс просто. Ой. Да, сейчас он еще вызовет, я уверен. Сейчас он еще вызовет себе подмогу. Почему ты против меня дерешься, я не понимаю. Чё я тебе сделал такого? Так это тот и есть рептилия та или нет? Кто плавала, да. Это другая, наверное. О! Ух ты! Отлично. Все. Прилип. Дальше в лабораторию. Бегом. Толчок даже ничего не сказал. Питер, где ты? Я начинаю сходить с ума. Да ты потерпи, не сходи с ума. Вот у нас творится жесть. Давай улетай. Вот так, правильно.
Нужно лететь в Квен. А, да, он тебе намекает, наверное, что надо лететь в Квен. Или что надо с ними драться. А что происходит? Ну, убей их тогда ящиками хотя бы. Это долго больно будет, понимаешь? Ну да, я найти бы ящик. А вот. Давай, одного лично минус. Второго минус. Фу, да, конечно, они ТРУ. Чем они пуляются? Где вы этому научились? Это солдат, кстати, заразился. Ящик, ящик еще. Так, один готов, да, походу? Нет, он это, не готов он был. А мы не можем вообще пройти отсюда, нет? По-видимому, нет, что ли? Так, нормально, по стелсу 2 минус. Ну да, неплохо. Давай туда улетай его, молодец. Ух ты, красиво. Все, я дальше не хочу с ними драться, я пошел. Давай, камон, Марек. Вопрос, откуда я пришел? Вопрос, куда идем? Мы с пятачком. Ух ты, бека. Камон, Марек. Это авангард? Или постапокалипсис? Что такое авангард? Это жесть какая-то. Давай. Эх, хватит прохлаждаться. Что это такое? Люди. Ну, я понял, а почему да, они не дерутся? Или эти друг с другом не дерутся? Расчищай путь, да? Вот по билетам. Нормально. Ай, он по мне пулять начал. В бой. Охотник. Значит, Гвен близко. Удар за ударом. Охотник? А где охотник? Гвен, а, где на охотника напали. Почти дописал охоту. Что, сейчас она отбивается? Давай, ей помочь надо, по-видимому, давай. Она отбивается не хуже наших. Да. Не хуже нас. Ящики, Марька, ящики, пока она пишет код на охотника. Будет больно. Кошмар их ящиками. А смысл? Они все равно не будут. Ну, вот только это, и все. Вот это нормально, я, конечно, нормально, их давай, дал. Давай. А ящик еще есть, по идее. Улетай. Шо вон отсюда. Сверху, да, по-моему, еще? Так, ну этот уже у нас был лежачий. Чё? Так, вроде все. Нет, ну наверху еще были. Наверное, надо расчистить. Да, вон. Где? Плюется. Плювака. Все, отдохни. Куда бежать? Вот он! А-а-а, рептилоид! Рептилоид! Иначе никак. Сейчас сломает ей шею. Нельзя сдаваться. За ним бежать надо, наверное. Да. О-о-о, ничего не, себе. Не. Давай ящики, Марька, сейчас они спустятся. Давай ящики, используй ящики. Сейчас он вернется опять, сюда? Сейчас ты их перебьешь, он вернется, я уверен. Давай, она код пишет пока, давай, Марек, работай. Что за надолго код пишет? Ну, это ж тебе... Опа, смотри, он уже постреливать начал. Он и так начал. Постреливал уже, да? Да. Я, значит, не замечал. Плеваку забирай. Еще одного. Да они бегут, сколько вас тут плеваки? По-моему, еще кто-то был. Забияки. А вот он, вот он. Шкерится. Пригвоздил. Думал, никто его не... Ой-ой-ой. Он опять на нее напал. Лови его. Давай, атакуй, ты че? Что-то странное он какой-то. Да не за что, нормально все. Я всех перестрелял на подходе. Ой. Не всех. Так, сначала. Блин, ну давай пользуй ящики еще тогда.
Вот так. Отлично. Да, контроль, подход, контроль, подход. Ящики, баллоны, не жалей. Вот, смотри, он уже шею вертеть может. Не-не, он все больше и больше оживает, Марек. Кто? Робот. А робот? Да-да, он уже шею шевелил сейчас. Она что-то там дописывает, и он становится все более живой и живой. Она хочет... Подожди, она же сказала, что она уже все это сделала. Что она его... Что она его перепрограммировала, чтобы он лекарство переносил, да, охотник? Да, но, видимо, поздно уже. Что-то надо... пошло не так? Надо по-другому программировать. Ой, откуда стреляют-то? А, оттуда, я не понял. Вот это я его пригвоздил. И еще. Ого-го. Сейчас рептилоид опять прилетит. Ударище за ударом. Вот, все, готов. Опа, рептилоид! Стоять! Да что ты опять пристал-то к ней? Финальный удар. Беги. Я рада, что тебе лучше. Спасибо. Ты меня сегодня спас. Ой. Дважды. Все, лямур. Зачем спасать мир? Если в нем не будет Гвен Стейси. Робот. Я зарядила в него достаточно вакцины. Да. Ты красиво меняешь тему. Я не даю тебе отвлекаться. Большое спасибо. Что делаем с Коннорсом? Вкали ему хорошие вакцины, потом разошли ее по городу. Опа-на! Прости. Я должна это сделать. Ведь я пойду на корм ящеру. Все, ступай. Спасай мир. Вот это поворот. Я не в первый раз ловлю ученого, который мутировал в ящерицу. Охотник поможет тебе его найти. Каким образом? Используя охотника, чтобы поймать ящера. Так, улучшение у тебя есть, Марек? Давай. Готово улучшение. Так, смотри, сколько ты получил-то. 1600. А есть у нас вообще не открытые или открылись какие-нибудь новые-то? Нет, нет, а почему эти закрыты? К сожалению. У меня 1600. Немало. Так, так, так. Взаимодействие. А как ты с ним будешь взаимодействовать? Не знаю, управляйте им как-нибудь. Не знаешь. Хорошо, ребятушки, на этом мы эту серию закончим. А лечить, ловить ящера будем в следующей серии. Ссылочка на плейлист в описании. Не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал, оставлять комментарии. Это очень важно. Да. Всем спасибо. Пока-пока. Пока.